кировских апатитах продолжается голосование по объектам благоустройства. Какие общественные пространства сказочно преобразятся уже в 2022 году, решают сами жители. Так кировчане выбирают, какую именно из трех городских территорий нужно сделать красивой и комфортной в первую очередь. Апатичане с территорией для благоустройства определились годом ранее, поэтому им остается выбрать для нее внешний облик. Голосование стартовало 26 апреля и продлится до конца мая. Кто может принять в нем участие, как это можно сделать, не выходя из дома, узнал Константин Рычков. Первый вариант – это вот такая желтая раскраска территории, где будут установлены, кроме тренажеров, еще и дополнительно спортивное сооружение в виде такой специальной лазалки для детей. Второй вариант, ребята, оформления – это вариант, когда у нас меняется цветовая схема и площадка раскрашивается в синий-серый цвет. Директор 4-й школы Наталья Бравко показывает ученикам кадетского класса оба варианта площадки, благоустройство которой состоится уже в следующем году. Какой дизайн-проект выбрать, школьники решают сами. Я выбрала первый вариант, потому что мне нравится расцветка, она яркая. Там также есть лазилка для детей. Майя и ее школьные товарищи – ученики 9 класса, а значит, они уже могут голосовать. Возрастной ценз с 14 лет. А потраченное время всего несколько минут. Поддержать первый или второй вариант будущей игровой площадки ребятам помогают волонтеры. Мы все выделяемся в свитшотах, ребята подходят к нам и голосуют. Также они могут проголосовать самостоятельно. Но выбирать вместе все же веселее. Тем более, что в 4-й школе, около которой появится современная зона отдыха, созданы все условия. Можно голосовать как в классе, так и на перемене в специально отведенных местах. И даже в приемной директора двери для учеников открыты. Как и открыты двери школы для жителей микрорайона, желающих высказать свое мнение. Но голосуют не только старые апатиты, а весь город. Уважаемые жители города Апатит, для нас очень важна входная группа – это старые апатиты. Мы сейчас голосуем за то, чтобы у них была хорошая площадка. Давайте поддержим их. Проголосовать за будущие приятные перемены в благоустройстве апатитов и Кировска можно самостоятельно на общественной платформе Минстроя России 51.городсреда.ру или с помощью волонтеров в стационарных пунктах.